беспроводная мышь работает с двумя компьютерами одновременно. Сегодня у нас в обзоре компьютерная мышь Logitech M590. Сначала о комплектации. В коробке находится сама мышь с приемником USB для подключения к компьютеру, батарейка 2А и документация. А теперь перейдем к самой мыши. Корпус пластиковый с прорезиненными вставками по бокам. Размеры скромные. 103 мм в длину при весе в 101 грамм. Грызун очень компактный, поэтому сэкономит место в сумке. По дополнительным клавишам все просто. Есть две кнопки на левой грани и еще одна под колесиком. Она отвечает за переключение между устройствами. Эта мышь работает с двумя компьютерами одновременно. Для подключения используется USB-ресивер или Bluetooth. Для питания устройство использует одну батарейку 2А. Ее хватит до 2 лет автономной работы. Сенсор у мыши оптический с разрешением 1000 точек на дюйм. Для игр этот сенсор не подойдет, но для комфортной работы его вполне достаточно. Что в итоге? Это небольшая беспроводная мышь с высокой автономностью и функцией подключения к двум компьютерам одновременно. Если вы работаете на корпоративном ПК и личном ноутбуке, то без такой мышки не обойтись.